Биографии известных ученых, их открытия, умение читать по латыни. Эти и другие знания продемонстрировали студенты и аспиранты Казанского университета. Неделю назад состоялся финальный этап конкурса «Знаешь ли ты историю? Альма-Матер». И теперь пришла пора узнать победителей. На торжественной церемонии сперва наградили участников конкурса, которые не прошли в третий этап. Памятные подарки и дипломы вручила директор Музея истории Казанского университета Светлана Фролова. Когда мы проводили квест, мы увидели, как вы были счастливы. Для нас, для сотрудников музея, это было очень важно. И счастливый человек, он просто учится. Команды, занявшие второе и третье места в конкурсе, выиграли поездку в Свияжск. И, наконец, запоминающуюся поездку в Санкт-Петербург выиграла команда под названием «КФУшники». Это было интересно, это было увлекательно, это было волнительно, но, тем не менее, это было очень приятно. И мы чертовски благодарны всем участникам, всем организаторам этого конкурса. Теперь участникам победившей команды предстоит выбрать все достопримечательности, которые им было бы интересно посетить в культурной столице. Диана Шленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.